Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ахиллес, и меня зовут Арам. Это третья часть Pat Animals. И мы продолжаем играть в эту замечательную игру. Надеюсь, вам понравились прошлые серии. Если вы их не видели, то обязательно посмотрите их на канале. Вот. Скажу вам сразу, YouTube это не главный мой вид деятельности. Я стримлю на платформе Twitch. Ссылка будет в комментариях. Переходите, смотрите. Стримлю с веб-камерой. Буду рад. Вот, давайте. И мы начинаем. В прошлой серии мы с вами купили скин на зайца, если я не ошибаюсь. Да, на зайца. Давайте сразу нажимаем готов. И наконец-то у нас режим, где мы в парах деремся. Давайте. Мы готовы. Мы готовы. С нами в команде ежик. Да, вроде это ежик. Нет, он меняет что-то. Ничего. Мы будем на зайце. Я думаю, это будет наш основной скин. Может быть и бультерьер, если на нем появится. Какой-нибудь скин интересный. Ну, посмотрим. Давайте, мы начинаем. Мы начинаем. Мы можем взять биту. Ага. Так. Ага. Меня вырубают. Это неприятно. Неприятно. Кот берет биту. Надо бы от него немножко свалить. Немножко валим от кота. Ага. Меня вырубают. Надеюсь, меня не выкинут. Нет, меня не выкинут. Так, сейчас нам очень важно попытаться вырубить кота. Нет, потом вырубает нас и выкидывает. И выкидывает нас кот. Во время смерти вот нам капают монетки. И динамит мы можем кинуть им, когда накапает монетку и банан. Вот, к примеру, он встанет. Берем и кидаем в него. Ну, промазали, но ничего страшного. Ну, в шкурку банан попало и отлетело. Ну, ладно. Прилетело два динамита. Они улетели просто. Прикольная локация, мне нравится. Вот, как видите, со временем самолет замерзает. Становится скользким. Все, выиграл крокодил, да? Красная команда, да? Два крокодила. Два крокодила. Так, мы вырубаем собаку. Ага, но выкинуть у нас ее не получилось. Вот у нее сейчас... А, нет, не получилось тоже, слава богу. У нас есть что-то. Сможем просто вот так вот ходить и тушить. Ага. Ладно, выкинем его. Выкинем. Потому что если... Ага. Нас берут просто и выруб... А, нас убили. Я, честно говоря, не знал, что тут вообще такое возможно. Два раза попали с лопаты и не умерли. И опять выигрывает красная команда. Ладно. А у него вот морозная пушка. А, мы его забрали вместе с собой, блин. Так, у нашегося вот наш союзник. У него сковородка. Его сковородка, нам бы ему как-нибудь помочь. Динамит тут просто не помог особо. А, я, честно говоря, вообще не понимаю, что это. Пельмень, монета какая-то. Не знаю.
Похоже на какую-то монету, наверное. У нас динозавр живет. И это хорошо. Пока что живет. Главное, чтобы вы не попали. Из чего-либо. Не попали. Из того, чего точно нельзя было. Все, он улетел. И сейчас все. Игра выиграна красными крокодилами. Три. Просто три очка забрали подряд. Офигеть. Такое не так часто случается. На, вот так вырубаем, вырубаем. Можем вот сейчас что-нибудь написать. Привет всем. Так, давайте сразу нажмем играть снова. Вот. Если вы хотите увидеть какие-нибудь другие игры, это то альбом. Можно добавить в альбом фотку. Если вы хотите увидеть какие-то другие игры, дайте знать. Может быть, я посмотрю и решу. Давайте опять сыграем на самолете. Так и назовем серию Broken Arrow. Сломанная стрела. Если я не ошибаюсь. По-моему. Может, этот самолет называется стрелой? Не знаю. Не думаю. Самолет ли это вообще на улице самолет? Тут, кстати, есть voice chat, поэтому вы можете слышать других игроков. Его можно отключить вот тут вот. Ну, может, я могу включить микрофон, и все союзники будут... Ой, все вообще будут меня слышать. Открытый микрофон, нажать на кнопку, чтобы разговаривать, и выключить. У меня он выключенный. Можно кинуть репорт. Это полагаю за оскорбительное поведение. А, вот самое разное. Можно сделать, замутить, заблокировать. Дать репорт. В это время игра прошла. Нам не дают взять ничего, не дают. О, нас чуть не выкинули. А что, бумеранг? Нет, не хочет, да, браться? Ну ладно. Нет, так нет. На нет, как говорится, и сюда нет. А, и меня выкидывают. Конечно, меня выкидывают. Тут это ужас. Просто ужас. Неприятно. Неприятно. А кто в моей команде? Да, где я? А, вот это вот. Да, вот мой. Его просто берут. Ну, это утка под зельем каким-то. А, дракон еще живой. Дракон держится там. Упал. Не держится. Вот он, вот он, вот он. Пытается забраться, у него получается, но его вырубают, и все, он падает. Он падает, все-таки я выключу. Чтобы... Нет, ну это вообще, это не смешно. Меня просто берут и убивают. Динамит тут так все работает. Он просто улетел. Нашего союзника уже нет, да? Он вышел. Наш союзник просто вышел.
Ну, ничего страшного. Ладно. Ну, это... А, у нас новый союзник появился. Это неплохо. Врубаем одного. Утка взяла, просто выкинула на двоих. Нет, это явно неудачная игра. Нет, нет. Я не знаю. Я придумал, как назвать это видео. Это неудачная игра. Так и будет. Потому что игры и правда неудачные. Это камикадзе. На. Ага. Меня вырубают. Так, не падать, не падать, не падать. А? Упал. Хотел его столкнуть. И упал сам. Как всегда. На, по голове дал. На нет. Попробуем монетки. Нормально. Вот каким-то зелем, хоть динозавр этот. Кинем этому банан. Не, ну как-то странно, просто что-то летит, все. Кстати, если вы захотите, и вам в принципе понравится видео, я могу записывать видео с веб-камерой, если все пойдет по плану и все будет хорошо. Почему бы и нет, собственно? Почему бы, собственно, и нет? А, и он выжил, да? То есть его два пропеллера ударил, я его выкинул, и он остается жить. Конечно же, ну да. Если бы меня так выкинули, я бы умер моментально, если что. Такая вот правда жизни случается. Ага. Вот сейчас я тоже на краю, меня не добьют. Ладно. Ну сейчас меня. Угу. Меня спасает динозавр. Меня вырубают. Не забываем то, что. То ли мы в этой серии узнали, то ли в прошлой. Что тут можно и умереть, если тебя много раз ударили по голове. В этот момент забывать тоже не надо. Просто откинули его лопатой. Все же, больше нет никого. Да, больше никого нету. Лопату в руки. Поехали. Так, собака минус. Или нет? Нет. Ну ладно, мы ее просто вырубили. Будем считать так. Мы имели в виду, что мы ее вырубили. Не знаю, что динозавр от нас хочет. Дракон, точнее. А это бутырья все, он бутырьян напал на нас. Надо немножечко отойти, я думаю. Немножечко отойдем.
Все, батарея хочет нас. Хочет нас. Он нас вырубил, по-моему, но мы его выкинули. В целом неплохо. Меня вырубают. Сейчас выкидываю, да? Ладно. Не получилось меня выкинуть. Так, мы вырубили утку, ее выкинули. Просто откинули утку. Да, собака с нунчаками, это печально. Нунчаки тут очень. Видите, что вообще произошло? Собака подпрыгнула и вырубила меня в полет. А сейчас просто меня вырубила. Да, зеленая команда выиграла. И, собственно, все. На этом игра заканчивается. Вот, сейчас сделаем снимочек. Мы на первом плане, но ничего страшного, что нас не видно. Ну, наше лицо. Как бы, да, ничего в этом страшного нет. Все, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Переходите на мой Twitch, я вам это напоминаю. Пишите комментарии, ставьте лайки. До встречи в следующей серии, ребята. Всем пока.